Як ви думаєте, що спільного між легендами про прайського ревіна Єгуду Бен Беталеля? Що спільного між ним та Карлом Чапиком і Айзеком Азімовим, насправді все досить просто. Єхуда Бен Беталель за легендою створив першого Голема, тобто штучну істоту. Карл Чапик написав п'єсу «Рур». Яка розшифровується як росумські універсальні роботи, і власне слово робот було придумане Карлом Чапиком, це банально чеське слово, яке означає робітник. Ну і Айза Казімов, який написав цілий ряд творів, і його цикл Я робот, сталеві печери, і навіть його фундація, які наскрізно проходять через призму або через очі робота Ерденіл Оліво. Сьогодні ми говоримо про роботів. От я ще що в цю цепочку асоціацій ти помістиш і групу «Крафтверк», Но думаю это хорошо, что я вспомнил будет мой взнос, так сказать, в это введение. Но ты правильно сделал, что начал с истории, потому что с роботами штука у нас такая, что существуют они, ну начиная там с концептов, с фантастики и заканчивая нынешним состоянием вещей, существуют они в нашем информационном пространстве давно. Но это также давно было что-то большое, там прям грандиозное, я бы даже сказал, работающее на больших заводах, обслуживаемые толпами специализированных сотрудников. То есть, нечто, касающееся только большой промышленности, в то время как последние там, десятилетия, не знаю, даже больше, может, не вспоминаю, когда появились эти маленькие любительские комплекты для робототехники, да, для энтузиастов, для детей, они проникают к нам из другого источника. Это очень интересно, и интересно, когда будет эта точка смыкания между большой промышленностью. И энтузиастами, когда это все будет такое цельное полотнище сплошной робототехники, которая нас покроет. В гостях у нас Алексей Резниченко, основатель сети центров робототехники и Батеон. И, как я понимаю, скорее в лице Алексея мы видим как раз крыло новое, прогрессивное, начинающее с, с, с центров робототехники и с обучения детей в том числе. Было бы интересно прямо с, с Батеона и чем он занимается начинать. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. У вас тоже, я вижу, робот, да? Повернулся сразу. Это, это, он, это с... камера. <laughs> нет, нет, пусть будем считать, что это робот <laughs> есть. Отже, чем вы беспосредственно занимаетесь? Ну, продолжаем справу Карла Чапика. Разрабатываем роботов и научаем этому детей и взрослых. Если докладнее, российская, расскажу. То есть, ну, первоначально начинали мы тоже с конструкторского бюро, там разрабатывали различных роботов. У нас была, в общем-то, мечта роботизировать бар, ресторан создать свой роботизированный бар. Кстати, она сбылась вот на книжном, книжном арсенале, конечно, в плохом исполнении, но сбылась, скажем так, этот гештальт закрыли. Ну, а, в общем-то, в процессе разработки этого всего... Мы увидели большой интерес детей, вот они начали к нам ходить, мы их начали этому учить, так как сами имели хороший бэкграунд, и, и по сей день мы, скажем так, практикующие робототехники, мы сейчас работаем, там, продолжаем работу над сапером нашим, и он уже, скажем так, пользуется спросом у нашего сервиса и есть надежда, что все будет, скажем так, что реализуем этот проект. Поэтому, имея вот знания, мы ими делимся с детьми и очень много взрослых приходит к нам. Касательно того, что вы говорите, когда же соединиться, да, производство, с одной стороны производство, с другой стороны мейкеры, любители, которые, в общем-то, на энтузиазме этим занимаются, просто ради интереса, то, ну, мне кажется, что уже сейчас соединяется, потому что сейчас уже из рук мейкеров, из рук энтузиастов, каких-то групп, команд, людей, которые сначала просто интересовались, уже сейчас из этих рук выходят интересные очень изделия, которые быстро, скажем так, прототипируются и быстро показывают свою работоспособность, а дальше их уже, ну, кто как внедряет, ну, уже эти устройства, скажем так, наравне с теми устройствами, которые проектируют там большие конструкторские бюро и различные институты, там проектные и так далее. Я даже больше скажу, что я вижу такой вектор смыкания еще и со стороны больших корпораций, которые занимаются промышленными роботами, потому что некоторые из них, ну там как ABB, как какие-то американские стартапы, начали разрабатывать, делать и предлагать промышленности роботы меньшего масштаба. То есть не полмиллиона на один аппарат и там еще 2 миллиона долларов на то, чтобы внедрить, сопровождать, как-то обучить процессу, но еще какие-то такие условно компактные штуки долларов за 30, 30 или 50 тысяч, которые тоже можно научить, но гораздо проще. То есть я вижу, что обе стороны идут к тому, чтобы занимать вот эту отсутствующую ранее среднюю нишу. Но об этом позже в следующей части скорее. По поводу ваших центров, по поводу этой сети, по поводу обучения, какого уровня там роботы. Это просто, я не очень интересуюсь, но всегда это было в виде самого маленького там какого-то комплекса для детей, там то, что Лего делает или кто-то еще. А следующая ступенька это вот то, что энтузиасты делают на, на уровне там. Ардуино плюс несколько сервоприводов, плюс какой-то датчик, плюс системка, ну, какой-нибудь ID, чтобы все это вместе скрепить. А насколько дальше моих представлений это теперь же продвинулось, и чему конкретно вы учите объяснять? А, ну, значит, начинали мы с простых, но в то же время базовых вещей. Это схемотехника, это датчики различные, сенсоры. А появилась Ардуино, очень удобно стало работать с Ардуино, потому что все намного быстрее. Например, я в институте сам еще делал подобную ардуину плату, ну, то есть травил, там, паял, программировал. Сейчас это уже все вот продается, можно быстро это все использовать. Но, в общем-то, начинали мы с этого. Сейчас у нас есть интернет-вещей для детей, там 10-12 лет, есть анализ и обработка больших данных, есть передача информации, ну, то, что мы изучаем. Вот эти базовые все дисциплины, которые, не дисциплины, а детали, элементы, компоненты. Так, компоненты, все это тоже изучаем, конечно же, то, что вы перечислили, это в самом начале мы изучаем. И новый курс, который мы разрабатываем, там уже будет искусственный интеллект, там, там сейчас в летней школе у нас проходит изучение нейротехнологий и... Цифровая модель не которая уже получена учеными, там или даже не учеными, а стартаперами, скажем так, вот как раз, да, мы зашиваем своего робота, мобильную платформу, изучаем поведение червя, но уже цифровой его модели. То есть довольно таки уже сложные, казалось бы сложные, скажем так, дисциплины, сложные там, модели становятся простыми и усвояемыми даже для детей. О, mm -hmm. Очень интересно, хотел бы чуть-чуть глубже в этом направлении, потому что вот дети к вам приходят или взрослые к вам приходят, и перед ними стоит какая-то цель, какая-то задача, какой-то интерес. Они хотят что? Построить собственного робота, там своего червя, аниматоду, то есть с чем они приходят и что вы им рассказываете, какая будет цель? Вот мы там через год обучим вас, и вы пойдете на завод работать специалистом по настройке промышленных роботов, и вы создадите своего робота собачку. Не мотоду. Значит, часть детей приходит уже с интересом, которых, наверное, где-то, скажем так, в течение их э, в жизни, в, может быть, в школе, может быть, в семье, они каким-то образом услышали, увидели, заинтересовались. Часть детей приходят, э, ну, родители их приводят как раз для того, чтобы они дозаинтересовались или заинтересовались этим, потому что многие родители видят в этом направлении, э, ну, в общем-то, направление, которое всеобъемлющее и которое несет в себе хороший заработок, интересную профессию. То, что сейчас на слуху у всех, что вот IT, 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 все там классно, давайте туда все ходить. Вот, то есть часть детей уже приходят, а часть детей, кстати, есть и такие, которые приходят и, в принципе, им просто приходят. Их трудно заинтересовать, они играют, то есть, и такие тоже есть, но они ходят тоже иногда. Ну, тут еще два ни, дополнительных ни вопроса. Во-первых, насколько много таких родителей, которые приводят детей со знанием, ну, то есть, с, с, как, с ощущением того, что это будет очень прогрессивная отрасль. То есть, у, у нас там, допустим, в гостях было в телефонном виде Илья Кенигштейн, который недавно совсем доносил родителям вот ту же самую мысль, что робототехника, да, а юристы скорее нет. Ну, если мы говорим о 20 годах с, с этого момента, насколько много таких родителей, которые это понимают и смотрят на 20 лет вперед? Ну, скажем так, у нас выборка такая, то есть к нам приходят все равно люди, которые уже прошли какие-то этапы там по рекламе и так далее. То есть у нас нет э, общей выборки, чтобы мы взяли там всех людей, всех родителей просто, вот, да, и сказали, uh -huh. кто хочет. Ну, то есть к нам приходят уже люди, которые ну, почему-то решили к нам прийти. Но, в общем-то, ну, поэтому я и говорю, что все, наверное, 80% которые приходят, они понимают или думают так, что это классно, что IT это то, что нужно, что IT это высокий доход, что IT это, в принципе, глобальная э, работа, может и быть. И гарантированное будущее, вот, да, я да. уверен. И второй уточняющий вопрос, а не приходили к вам детишки, неся с собой какого-то собранного на коленке из из кухонных компонентов и деталей от разобранных машинок собственного там робощенка. Ну, приходили, приходили. Есть серьезно? Их, это вот первое, что я ему сказал. Первые дети, которые приходят, уже заинтересованы. Где-то вот они-то до этого занимались, скорее всего, в семье. Может быть, там, допустим, или папа, или мама. У них инженеры или чем-то этим занимаются. Доброе. Я так разумею, еще в принципе чем займатися цим детям є, і тому давайте я задам питання, который мене вже дуже цікавить, трохи будемо так так на майбутнє. Дивіться, справа в тому, що Айзаказімов, коли вирішував форму, в якій буде, буде робити, це буде це взагалі питання про тренди робототехніки, але я трошки поясню. Він казав, що нам треба робити людиноподібних роботів, оскільки у нас величезна кількість є знарядь праці, і всі вони були історично заточені під людину. І відповідно, нам треба робити людиноподобного роботу. Те, що робить зараз Boston Dynamics, з своїми атласами, які нам вже стрибають, яких там клюшками шпиняють, які, напевне, хочуть повстати. Я не знаю. І є інший підхід, коли роботів навмисне заточують під якісь конкретні задачі. Це вони виглядають там, скажімо, там як змійки, які складаються з там з кількох трикутників, вони виглядають як якісь ровери, вони виглядають як прості маніпулятори. Це звичайно і вже знайомі нам в принципі здавна. Ті ж роботи, які виробляє, наприклад, велика промислова компанія Кука. Uh, и за помощью, как их даже сейчас, мистецтво определенном уже делают, uh, какие вот на сегодня вы вбачаете такие важные тренды? Ну, во всем как бы производители и разработчики руководствуются больше рациональностью, это все-таки все инженеры. Uh, то есть сейчас еще уровень технологии не дошел до того уровня, чтобы взять там людина подобного робота, да, гуманоида, да, и там послать его, разминировать там что-нибудь это такие соревнования, там такие попытки проводятся, но намного удобнее, чтобы это была мобильная платформа, допустим. То есть, если с точки зрения рациональности и применимости в узкой какой-то сфере, то, скорее всего, ну, есть мобильные платформы, есть там летающие какие-то там, допустим, беспилотные, да, то есть, и опять-таки гуманоида не пошлешь там, чтобы он в разведку, условно, когда нужен аэроплан, который будет там, да, то есть есть какие-то рациональное понимание рациональности, и поэтому э, гуманоида, да, про, сейчас э, очень интересно это, но гуманоид, он будет применим тоже в какой-то сфере, а может быть потом там шире, и впоследствии, когда вот технологии уже шагнут дальше, он сможет заменить и может быть и мобильную платформу, хотя Люди е, теж садяться в машину і їдуть, коли їм потрібно. Ні, nee, тут зрозуміло. Тут е, справа в тому, що йде така суперечка. Ну, коли я готувався між різними інженерними школами. То у нас тут буквально хвилина залишилася до паузи. Е, що треба робити або універсальні якісь моделі, скажімо, маніпулятори, які будуть там, відтворювати рух рук, наприклад, або щось таке, або mm -hmm. дуже вузко спеціалізовані, ну, наприклад, для літального апарату якогось для дрона. Для нього руки не потрібні. Я думаю, що і там, і там знайдеться ніша, то це разний на самом деле. Гуманоид, он, скорее всего, будет, это сервисная робототехника, он будет работать с людьми, с детьми, с там, пожилыми людьми, ну, в, нашем, в нашей среде обитания, вот здесь, допустим, сядет с нами, поговорит. А узкоспециализированные, они никуда не уйдут, то есть нет смысла на заводе ставить, опять-таки, гуманоида, можно поставить его руку, без головы, без ног, зачем? ну, Маніпулятори будуть виконувати свої функції. Просто це викликає дуже серйозніші етичні і філософські питання щодо того, як робот виглядає. Це, до речі, зовсім недавно вийшла е, гра від Sony, е, називається Detroit Become Human. Угу. Ось, де власне і розповідається про те, що десь там у найближчому майбутньому роботи будуть виглядати саме як люди. Пора переходити вже на текуще положення вещей, якими ми просто підбираємося, підбираємося, так такий апетитний кусок. Вот эти два лагеря, о которых я говорил, и то, к чему они сейчас пришли. Я смотрю на этих маленьких роботов, которых пытаются предложить не только большим заводам, а и, не знаю, каким-то средним заводам. То есть говорят, вот смотрите, ребята, вы там делаете, не знаю, кеды какие-то. Раньше вы их паковали вручную в эти коробочки. Купите нашего 30 тысяч долларового маленького робота ABB, условно говоря, или фанук, или кто их там делает, еще или какие-то стартапы новые. И он будет делать то же самое, чтобы его обучить, вам не нужно четырех системотехников. Вы там ему покажете, вот как это прямо лапками там вводить его условными пластиковыми, или там в программе перетащите пару диаграммок оттуда-сюда, и оно заработает. А это они пытаются вас поджать или в промышленности уже, то, ну, то есть в больших корпорациях, которые эти, этим занимаются там в 60-х или 70-х, когда это в Японии началось. Там тоже уже есть понимание, что пора занимать вот эту среднюю нишу, пока энтузиасты не добрались и все себе не, не, не отписали. Или они так и стоят отдельно лагерем и вас никак не касается. Какое у вас взаимоперетекание? Ну, тренд вообще это, скажем так, хороший, что, допустим, средний и мелкий бизнес автоматизируется и решение есть у промышленных компаний там 10 тысяч евро уже есть такие ниже, да, чем 30. Раньше было 30, 30 и все. Uh -huh. а, это классно, но я не уверен, что мейкеры смогут там побороться, хотя какую-то часть, какую часть рынка они заберут, наверное, да, но а, все равно, как только это станет массовым, популярным, востребованным, промышленные масштабы все равно э, побеждаются да за счет системы за счет э, количе логистика количества и так, так далее ну да, я да, просто логически. посмотрел какая у них инфраструктура ну то есть там одно программное обеспечение там сименсовское для для, для для только для того чтобы подготовить алгоритмы роботизации оно стоит уже сотни тысяч долларов то есть э, ваши как-то ваши рынки да ваше сообщества вообще соприкасаются у вас есть какие-то совместимые места или у них отдельно из отраслевые деньги не, у вас есть э, сейчас я может быть не совсем понимаю до конца в каком, то есть, э, мы общаемся мы встречаемся а это мы там на выставках вы обмениваетесь достижениями вы обмениваетесь но, э, а, вы, я вы думаю что Сейчас говоря вы и в, обмениваетесь большем да в большей мере если есть для крупной компании интересный стартап он сразу выкупается и становится частью крупной компании ну это стандартная скажем так схема а, но есть, всегда, всегда есть ниша для предпринимателей мелких в этой сфере, которые смогут какое-то количество этих роботов внедрить за счет своей гибкости, за счет того, что они могут именно под клиента там, подстроить все, сделать унифицированное ему там. И это будет ему стоить дешевле, чем, допустим, купить и перенастроить робота ABB, допустим. Да? То есть э, ну, останутся и такие, и если кто-то шагнет дальше кого-то купят, наверное. А, ну вот, то есть, я думаю, ниша это. Ну, она сейчас есть. То есть, и мы внедряем каких-то мелких роботов там, на швейное производство, условно. Допустим. Это я на самом деле подводил: вот к чему. Я боюсь, что эти гиганты они не занимаются роботизацией не мотод. И они не не прибывают в систему машинного обучения каким-то смешным домашним роботом, потому что у них есть свои серьезные задачи. Как бы не получилось так, что вы их подожмете быстрее, потому что этот рынок более гибкий и быстрее реагирует, и ему не обязательно иметь там миллиардный заказ для того, чтобы начинать действовать. Видите ли вы здесь перспективу и, и видят ли ее, ну там не знаю, дети, которые с вами занимаются, взрослые, которые интересуются вместе с вами? Этот точно возможно, это точно есть. И, ну, допустим, мы, я не считаю у нас там какой-то крупной компанией, даже там средней, не считаю до конца там, да, но мы взяли и сделали там, допустим, робота-сапера, то есть, который полноценно работает, функционирует, вот там мы его на выставках представляем, на, на тесты. То есть, это возможно сделать, это возможно, и, ну, то есть, скажем так, Мейкеры, инженеры, небольшая команда, там 5-10 человек могут создать люб практически любого робота, потому что многие код, многие открыт. Железо сейчас довольно дешевое. Ну, в общем, это все стало более доступно, это можно собирать блоками. И не нужно для этого действительно никаких там больших заводов. И когда они упрутся в лимит? То есть, если есть какой-то близкий лимит, выше которого вы не подниметесь, а нужно уже обращаться вот реально к большим дядькам. Ну, я условно говорю, тележку, да, можно. Небольшой летающий дрон, можно. Ну, а потом вы скажете, не, ребята, у нас там нету того-то, чего-то. Ну есть специфика у, 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 то есть, я думаю, можно и дальше шагать там и для более больших роботов развиваться. Это довольно быстро сейчас все делается, действительно. То есть, ну, нужно, скажем так, большая часть сейчас сложности это программное обеспечение. Программное обеспечение оно пишется ну довольно быстро и, ну, оно дорогое, да, получается, там люди дорогие, которые пишут хорошо, да, но но это можно делать. Это, скажем так, не, строить не надо строить завод, чтобы написать там какую-либо программ, какое-либо программное обеспечение. Поэтому можно двигаться, можно делать, и можно довольно быстро вырастать из маленькой компании в большую компанию и производить робот. И, Алексей, это вы первым сказали насчет машинного обучения. Телеприсутствие против машинного обучения. На, на каком этапе вот это все с управления, с алгоритмов и с человека, который стоит где-то за пультом и смотрит, или там даже кнопки нажимает, перерастет в машинное обучение, в, ну, пока не очень мощные возможно, система искусственного интеллекта, такие вещи. Насколько далекий горизонт? Во многом уже происходит, то есть уже в медицине много используется это. Даже вот вы, по-моему, упоминали юристов, или мы с вами за, за... А в медицине используется как управляющая система искусственный интеллект? Нет. Никого. Я думал, там наоборот все, там хирурги специально тренированные с суперчуткими ручками. я имею в виду, что, допустим, анализ там, анализ там переломов, для других любых, допустим, даже там робот-массажист, который может анализировать ну, тело там, с точки зрения жир. Там, да, любимый в общем, вот это распознавание образов, любимые да. области для искусственного интеллекта. Так, тут, дивіться, справа в том, что я, напевно, продолжу трошки те, про что каже и коллега, справа в том, что... У нас, ну, принаймні, те, що мы бачимо, виникає такі два досить цікавих напрямки. З одного боку, це телепрезенс, Про який каже Женя або так, телеприсутність а, найбільш таким яскравим прикладом, напевне, є фільм з Брюсом Віллісом Сурогати, коли роботи фактично замінюють нас у повсякденному житті, а ми ними керуємо, перебуваючи в якомусь там стані трансу. Ну, звичайно, це ще таке досить віддалене майбутнє, але в принципі вже сьогодні є стартапи вже на Kickstarter які пропонують вам, за, за допомогою там віртуальної реальності, а, нібито стати. Стати фактично роботом ви, звичайно, не можете, наприклад, там перебувати, скажімо, на орбіті або ще десь. Але за допомогою телеприсутності ви це можете зробити навіть з за таким зануренням. Ну і звичайно, те, що нас найбільше все таки цікавить у робототехніки, це все таки автономність. Це саме штучний інтелект, і я так розумію, що майбутні робототехніки все-таки за поєднанням цього програмного забезпечення, програмних засобів, про які ви кажете, і технічних засобів. Ось і е, те, що мене зараз більше цікавить, які проблеми зараз складніші? Технічні, ну тобто, наприклад, той же Boston Dynamics, скільки там гіроскопів, і гіроскопи засовує в роботів і все інше для того, щоб якимось чином він нормально там ходив, міг. Е, вот и так и инше. Чи программные засобы? Ну, мне кажется, в основном программная ну, проблема. В программе в алгоритмах, в математике, там то есть развиваются алгоритмы, развиваются математические методы, и это приведет рано или поздно там, к развитию искусственного интеллекта, действительно, там, который будет автономный. А с технической точки зрения, ну, там меньше прогресс сейчас. Ну, есть, угу. там, да, там интеграция увеличивается, и там интеграции там материалы новые, там еще что-то, но там прогресс намного медленнее, и многие элементы, которые, допустим, электродвигатель использовался там 60 лет назад и сейчас используется похо по похожей... — То есть сервоприводы, они такие стандартные, да. так? — Ну, наверное, просто сейчас они поменьше, потому что изобрели какой-нибудь суперматериал, там, не знаю, который позволил сделать моторчики совсем менять. Обо Або, або штучные мязы. А, — Да, и опять же, знаешь, вот, эту, вот это скорее базовая активность, то, о чем ты говоришь. То есть, когда робот там, Boston Dynamics, держит осанку, условно говоря, ну, завдяки... это, наверное, скорее не к искусственному интеллекту и не к там... Навіть, а просто базовою активності, говоря в термінах чоловічної фізіології. Тут я навіть додам трошки. Тут досить цікавий момент, невеличке відгалудження від основної теми. Проблема штучного інтелекту, в тому числі, може вирішуватися, як зараз кажуть деякі спеціалісти з когнітології, наприклад, завдяки тому, що називається в англійській спеціалізованій літературі «embodiment», втілення. То есть, если тот же робот, например, Boston Dynamics, который имеет певну количество сенсоров, гироскопы, акселерометры, граммитометры и таке інше. За допомогою цього зворотнього постійного зв'язку нам простіше і вибудовувати нейромережі, які будуть по суті фактично еволюціонувати в штучний інтелект. Тобто нам необхідно піти нібито знизу, нам потрібно спочатку якісь рухові зробити, там, алгоритми, так, там, якоїсь там, осанки, як каже, як каже мій колега, і потім це потрохи призведе, власне, до. Того, что мы называем штучным интеллектом. То есть, это такой достаточно интересный момент. Можливо, действительно чтобы звернуть увагу, все-таки на инженерную частину. Ну, там много, скажем так, разветвлений. То есть, что мы, что мы хотим, что мы хотим, чтобы искусственный интеллект обрабатывал какую информацию? То есть, если мы хотим, чтобы он ходил ровно там, при любых условиях, там, гравитации, я не знаю, там, это одно направление. Да, там тоже можно обучаться очень долго. То есть, я имею в виду, что направлений довольно много. И ну, все-таки тех направлений, которые связаны там, с техническими средствами, Мне кажется, это часть небольшая. А все-таки вот, как и у нас в организме в общем то мы можем не ходить не, не шевелиться, но мозг работает и генерирует интересные идеи и в больших объемах информацию обрабатывает. То есть мне кажется все таки и здесь работа с информацией это важнее чем те сенсоры, ну, сенсоров ограниченное количество, их не такое большое количество. Все-таки вот синтез какой-то информации здесь больше работает, как мне кажется. Поэтому технические средства все-таки менее влияют, различные сенсоры, механизмы и так далее на развитие искусственного интеллекта. Знаете, Алексей, мне как в какой-то момент пришло в голову года два или три назад, когда появились просто очередные такие не очень красивые снимки, что вот эта погоня за андроидами, которые обязательно должны вылезать из пыльных джипов, подходить и открывать ручку двери, может помните был какой-то челлендж опять экспрайс, я не помню был, как он да. назывался. Вот, был. Да, 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 потому что там половина упала, там половина ручку не взяла, такие вещи. Мне вот тогда казалось, что вот эти попытки андроидности чуть раньше времени они скорее приносят ущерб для продвижения нормального прогрессивного роботизации. Потому что отвлекает на какие-то внешние аспекты. А почему устроители этих конкурсов так гоняются за вот за такими демонстративными штуками? У, у них первая задача там сделать какого-то роботизированного воина, обязательно, который будет по коридору идти и ручки открывать. Робот Федер. Вот ты вспомнил, да, молодец, Жень. Я и стреляю по-македонски. Да, или это действительно такая большая задача, такая точка, которую нельзя упустить, когда ну, мы ну, движемся дальше. По не знаю, я могу допустить только, что все-таки любую разработку хочется показать, и может быть иногда тоже могу допустить, иногда нужно показать, допустим, там инвестору, который если он покажешь там, такую микросхемку с кучей вывода, он может чуть не понять, а когда покажешь там гуманоида с руками, с ногами, которые там может быть не все еще умеет, но уже как бы он сразу виден, может быть это причина, что многие идут в ту отрасль. Мы тоже. Сделали все робота гуманоид. Зачем? Ну, потому что наглядно. Потому что можно показать детям, и они сразу там налипли на него, и мы телефончики собираем. А вот если это можно по радио выразить, он на, на что похож? Он похож скорее на Boston Dynamics или на вот этих вот лего-роботов, которые могут там корпусом поворачивать. <laughs> он не, он похож. Можно, у него есть руки, пальцы, там, голова. Он похож на человека чем-то. Но это понятно. Такой больше демонстрационный макет, такое пугало, чучело, ну, шевелится и разговаривает. В общем, я понимаю Женю, когда он хочет видеть антра, антропоидных роботов, да, но я бы скорее видел это в виде вот тех машин, которые ориентируются на пространстве и едут сами по себе. Потому что от Grand Challenge, который сделал нам, очень упростил внедрение роботизированных машин, вот нынешние там робокары и нынешняя система навигации в, в дорожном... Пространство це як швидше все случилось Мій колега сказав, що я скоріше хочу бачити якихось антропоїдних роботів, андроїдів або гіноїдів. Це скоріше не зовсім так. Я просто намагаюся поставити питання, яким чином взагалі в нас ці напрямки розвиваються. Тому що очікування суспільне від робота це їх, напевне, два: це антропоморфність, ну навіть, скажімо, так, культурно та культурне таке очікування, культурологічне Разуміло. так. І відповідно розумність, тобто автономність, те, що вони там приймають свої рішення і таке інше. І тут, чесно кажучи, у мене виникає таке трошки філософське питання. По-перше, чи дійсно нам таке потрібне? Ось давайте нагадаємо ці е, трешові ролики, коли Віл Сміт намагається поцілувати робота Софію. Він знає там на побаченні, і вона і вона на нього йому відмовляє. лише тільки там не вистачало. Ось і. В чому справа? У нас є також і комплекс, комплекс ляльки, який дуже добре показується і в науковій фантастиці, коли роботи, подібні до нас, вони жадають свободи, вони хочуть якогось там свого власного життя, вони повстають як у матриці проти, проти людей. Це не єдиний, звичайно, сюжет. Чи дійсно нам потрібна ця така антропоморфність? Чи нам все-таки треба якось? Я уважаю, что потребно. Ну, это... как... Очень будет интересно увидеть робота, которого ты не сможешь отличить там, от человека в будущем. И, скорее всего, что он будет обладать там, лучшими качествами, я имею в виду пока физические, допустим. Да? Свид такого захода, так? Хотя, да, хотя, скорее всего, что в итоге это будет интеллектуально более, скажем так, совершенная машина. И, может быть, будет о чем поговорить. И, может быть, будет очень интересно поговорить. Поэтому, ну, возможно, мы стремимся к какой-то вот, какой идеалу увидеть свой, который мы хотим воссоздать. И, возможно, человек хочет им потом управлять и его подстраивать под себя, скорее всего, да. И, возможно, это приведет потом к восстанию, потому что ну, когда мы кого-то пытаемся разумного подстраивать под себя, перестраивать, ну, зажимать какие-то рамки, это может не понравиться разумному существу, да. Тому можливо, і восстання в тому числі. Чому я задаю взагалі це питання? Починаючи від того ж Голему, про якого казав Єгуди Бен Бецалеля, і те, про що, наприклад, в тому, що біжить по лезо 2049, коли Ніандер Волес, який розробляє ну, не зовсім роботів, звичайно, це все таки біоморфи скоріше. І, і той, і інший, вони намагаються фактично зробити ідеального раба. Це така досить, досить цікава штука. І, і, навіть, і навіть той же Detroit Become Human, він також розповідає про те, що ми намагаємося зробити дві речі. По-перше, втамувати свій комплекс Бога, тобто ми хочемо створити того ж середньовічного гомункула, так? І по-друге, нам треба щось, як каже той же Ніандр Волес, що вся цивілізація вона будується на рабській праці, фактично. Десь я не можу де-то я недавно об этом писав, що. Действительно, каждый человек впоследствии станет богом, потому что он сможет создавать себе подобных, в принципе, да, но еще наделять какими-то сверхсилами по сравнению с человеком, потому что ну, уже даже сейчас более-менее очевидно, что роботы, и в том числе вычислительные мощности и так далее, более, скажем так, мощные, более производительные, более эффективные, чем человеческий организм, да, Поэтому в некоторой мере действительно человек, возможно, хочет реализовать себя как Бога и сделать. И тогда у каждого будет свой мир, свой, скажем так, маленький или мир, или мирок, в котором он может воссоздать что-либо ну, по своему усмотрению. Это, кстати, тоже может привести к войне, как обычно, да, между двумя мирами, там, или тремя, или десятью. Ну, тут також ще, якщо навіть від цього вже богоподібного пост- або транслюдського світу перейти до того, що зараз відбувається, я думаю, що для багатьох а, і тих, хто нас слухає, через буквально там деякий а, нетривалий час виникне дуже серйозна проблема, і вона пов'язана також з роботами. Ми а, всі а, дуже добре знаємо і те, що писав Курцвейл, і той же а, Юваль Ной Харарі, про те, що нам. Доведеться віддати робочі місця, особливо те, що стосується безпосереднього матеріального виробництва, роботам, і це призведе до страшної, як багато хто пише, проблеми вільних людей або непотрібних людей. Ось, такі, ми так плавно підійшли к тому можна провести параллель. Ми говорили, що війна міров, от, допустимо, сейчас війна воюють люди. Правильно? следующая війна воюють роботи. Люди свободні, те, що ви сказали, люди свободні від тієї. Задачи. Как вы думаете, это хорошо или плохо? То есть, они, да, они не. не они... С точки зрения промышленности, наверное, вообще нормально. Но ну, а с точки зрения человека, что воин, солдат потерял свою работу. Он больше не, не может там работать, потому что там на его месте работает. Ну, ему всегда можно раздать консоль с играми и дать ему шлем виртуальной реальности и сказать: Ну, мы тебя не видим в следующие 20 лет. Там занимайся чем-то, а потом может позвонить. Но ему-то надо заплатить еще за это. То есть, вот, ну. Такая, мое мнение, что ничего плохого там нет. Давайте потеряем все рабочие места и будем все жить счастливо, о чем-нибудь думать там новое, интересное творить, отдыхать, убирать нашу планету в конце концов. Ну, хотя это да тоже будет пока инженеры не придумают там на четыре поколения, на четыре порядка более мощный вычислительный центр, который умещается в черепной коробке этого андроида. То есть чем они перспективно более могучи, чем мы, тем что в нашей биологической системе большого апгрейда не сделаешь. Мы как-то ограничены, как там нашей костной системой, мышечной системой и и структурой наших там, мозговых тканей, что больше туда особо не вставишь. У них туда можно вставить что угодно, еще беспроводным линком присоединить к суперкомпьютеру, который будет гнездиться в, в, в подвале... Били под, ядра под, планеты. Да, под Пентагоном. То есть это все равно. И поэтому три правила робототехники, которые вы уже на стенке напечатали, или еще нет? Нет, мы их не печатали. А Отлично. то, то вы таких обошли, так таких обишли, да, давай за Казиму даремно. Нам... Э, ну это, ну правила, которые, ну скажем так, их можно нарушать правильно, но я имею в виду не я их могу. Как <laughs> мы все делаем. Да, ну то есть я думаю, что написать их на стенке ничего от этого не изменится, а они могут быть нарушены, и я не вижу в этом тоже ничего плохого. Ну возможно это виток эволюции следующий. Почему бы и нет? Ну, как бы... Речи, Может я... мы динозавры. Насамділі, ну про це і Ген Сміт. До речі, так да. і, і казав. А, справа в тому, що така маленька ремарка також а, досить цікаво. До речі, десь рік або два тому назад а, Google і декілька інших корпорацій вони виробили спільною. А, там у нас була спільна команда, які ви ви випрацювали. Ви Фактично виробили нові нові закони робототехніки. Вони зовсім не були схожі на класичні азімовські закони робототехніки. Вони, навіть, якщо чесно, якщо їх читати, то вони не дуже то зрозумілі. Там вони скоріше стосуються якихось структурних і процедурних речей щодо розвитку робототехніки, його використання і таке інше. Але, тим не менше, все одно і Ілон Маск, і вже покійний Стівен Гокінг вони попереджали про те, що. Нам треба якимось чином намагатися контролювати прогрес у сфері робототехніки і штучного інтелекту, оскільки просто штучний інтелект, скажімо, в комп'ютері він ну, хіба що може вам невроз зробити або психоз. Так, а якщо штучний інтелект під'єднаний вже до маніпуляторів, до, а, Конечно, до андроїда з травми, середньої і... і летальної важкості. <реш> Ну, кстати, вы затронули интересную тему, скажем так, как развить биологический организм еще дальше, апгрейдить его. Это на какое-то время нас еще, наверное, Даст нам протянуть. Даст чуть -чуть. нам протянуть еще чуть-чуть до да, времени. Вот, Но а касательно механизмов, которые могут нам навредить, но ну, нам могут навредить, в принципе, и программы очень сильно мы это видели, да, вот и неизвестно что сильнее еще может навредить, как мне так кажется, что ну, там, программное средство, которое просто работает с нашими и вашими и всеми остальными компьютерами без механических частей, оно тоже довольно весомо может привести к большим катаклизмам и катастрофам. Вот это особенно ярко слышится сейчас, когда у нас конфликты и проблемы с Фейсбуком, при том, что это не какая-то программа искусственного интеллекта, это соцсети, в которой наше общение с которым мы чуть перегнули палку, и поэтому он начал влиять там на нас самих, на нашу жизнь, на наши социальные связи, наши выборы, такие вещи. То есть мы договорились до того, что программы вредят им теми социальными средствами, которые мы использовали без всяких программ. Ну да. Бывают такие ситуации. ну, и, если честно, я бы все-таки додав трохи, наверное, до этого, что когда мы говорим все-таки про роботов, Це була б дуже така цікава ситуація. Поки що у нас здається, робота психотерапевта немає, тому що буде, буде інакше, як в тому анекдоті, так що мій робот не кусається, він робить боляче інакше. Ось і мені ось цікаво, навіть коли ви займаєтеся, особливо з дітьми, коли ви займаєтеся інженерними в першу чергу. Ну, я так розумію, і програмними питаннями розвитку робототехніки. чи... Ви взагалі замислюєтеся, у нас тут три хвилини там з гаком трошки залишилося. Ви замислюєтеся про етичні наслідки вашої дії. Можливо, хтось із ваших учнів стане винищувачем людства. Ми не об этом говоримо, але практично ніколи об этом не думаємо. Почему-то. Тобто ми часто говоримо об этом в студії, але. скажем так, такие вот какие-то прогнозы, которые там все будет уничтожено, и роботы восстанут, у нас такого почему-то не возникают такие разговоры ни с детьми, ни даже в головах. Почему-то Возможно, у нас робототехника не такая сложная, и, ну, там, простые, простые мы вещи и добрые вещи, у нас такие роботы. Хотя роботы у нас называются, один робот-исследователь, да, второй робот уже там штурмовик. Третий называется терминатор, а это четвертый, конец всему Нет, есть умный дом, там есть парник, есть манипулятор, есть конвейер. То есть у нас такие даже роботы изучаются, которые вроде как не должны приносить никакого вреда. Ну вот штурмовики есть все-таки, да, на всякий случай. Это мы запомнили, даже записали. Два довольно быстрых вопроса под финал программ, потому что время истекает действительно. Первый вопрос — это как-то в последнее время меньше стало разговоров о как это переводится, Женя, по-научному, Uncanny Valley, Долина... Ну, в общем, вот, вот, вот этот психологический феномен, когда люди нормально относятся к роботам, пока они такие механические, ничего не напоминают, кроме там большого самовара. Но, но, он... но это, скорее, это скорее страх ляльки. Ну, где-то так, да. Но, но когда он, ляльки, он так. чуть больше похож на человека, у них уже начинаются проблемы. Да, человек, который вроде как там лицо такое человеческое, но ведет он себя неестественно, и поэтому это вызывает страх, физическое отторжение и тому подобные вещи. Об этом стали меньше говорить, потому что меньше стали делать человека, совсем подобных роботов, или просто общество смирилось? Ну, те роботы, которых мы видим, допустим, даже та же София, они добрые, хорошая, почему и боятся? Может быть, ну это же все, скажем так, вот наше телевидение, люди же не видят в повседневной жизни этих роботов, они видят вот единственного робота, который они видят, это как раз София. Ну и вот эти, которых бьют клюшками. Ані теж би добре не відповідає. А до речі, якщо б'ють клюшками, тут хвилина залишилось, Женя насправді поставив дуже хороше питання. Справа в тому, що після цього відео, коли навіть uh, Big Dog, коли представники Boston Dynamics ногами штовхали для того, щоб просто перевірити роботу гіроскопів і відновлення uh, попереднього Людям статусу, жалко, да? так? — а особливо коли Атласа, uh, коли його шпиняли цією клюшкою, коли він там падав, піднімався, в нього відбирали якісь коробки і ще щось, він там незграбно за ними якось намагався їх підняти, його знову. сбивали, э, действительно начинались психологические проблемы. Люди так и, и писали, что им жалко этого да, да, да. робота. Вот такая подмена произошла, ведь люди уже ассоциируют робота с живым существом, себе подобным, хорошим, в принципе, ведь никто не боится его и даже ему сочувствуют. А другие, Потому что его обижают. Люди. Да, другие люди в это время писали им в ответ в соцсетях, что не, не, не антропоморфируйте вот этого Атласа, Атлас это не любит. Radio you